Всем привет! Вы на канале «Вкусно, просто и бюджетно». Сегодня я готовлю рулетики из селедки и поделюсь с вами своим рецептом. Нам понадобятся следующие ингредиенты. 1 сельдь слабосоленая, 100 грамм мягкого сливочного масла, свежий укроп и зеленый лук, 100 грамм плавленного сыра, 1 огурец и хлеб. Сельдь очищаем от кожуры и кости. Филейные кусочки отбиваем молоточком в тех местах, где была спинка. Мелко нарезаем укроп и смешиваем его со 100 граммами сливочного масла. Все перемешиваем и тонким слоем распределяем масло по поверхности селедки. Огурцы нарезаем тонкими кусочками и промакиваем их бумажной салфеткой, чтобы ушла лишняя влага. Далее на мелкую терку натираем сливочный сырок и смешиваем его с мелко нарезанным зеленым луком. Полученную смесь выкладываем на сельдь. Начинаем формировать наш рулет, плотно уворачивая его, чтобы он не распадался при нарезании. Вот такой рулет у нас получился. Отправляем его в холодильник на 3 часа. Для красивой подачи на стол можно использовать черный хлеб со сливочным маслом. Вот что у нас получилось. Всем приятного аппетита! Понравилось видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Будьте первыми, кто узнает про наши новинки. До новых встреч!